Санкт-Петербурге появится первый в России памятник фронтовым кинооператорам. Сегодня на площадке перед Институтом кино и телевидения торжественно открыли закладной камень. Церемонию приурочили ко Дню российского кино. Памятную акцию посетили известные петербургские кинематографисты Виктор Мерешко, Дмитрий Долинин и Сергей Астахов. Памятник тем, кто с камерой в руках прошел через войну и блокаду, надеются установить в следующем году, к 75-летию Победы. Проекта пока нет, но конкурс объявят в ближайшее время. Сейчас разные варианты рассматриваются. Мы подключили, хотим еще подключить студентов нашей Академии художеств, Академии имени Штиглица, чтобы молодые скульпторы поучаствовали в проработке этой идеи. Самое главное, чтобы памятник был живой. Ленинградский институт киноинженеров вплоть до 1935 года был единственным учебным заведением, где готовили профессиональных кинооператоров. В годы войны на полях сражений и в осажденном Ленинграде работали несколько десятков выпускников этой операторской школы. Сам памятник по замыслу руководства института станет частью общего ансамбля улицы в этом месте. Глухие стены жилых домов на противоположной стороне украсят тематические граффити.